Всем привет! Я себе обещала в этом году вообще-то делать где-то в месяц две коллекции, но такие побольше, чтобы каждую неделю не выпускать, как обычно я делала. Но мы что-то себе предполагаем, а как-то получается, как получается. В общем, у меня случилось, видно, две вещи. Это Леночка Супру меня попросила для ее новой коллекции кое-что сделать. Плюс у меня случилась бессонница. Что я делаю, когда у меня бессонница? Я рисую эскизы. Поэтому у меня нарисовалась забавная коллекция. Сначала я ее назвала «Цепи и колючки». И там, кстати, общение с другой дамой мне, значит, «Цепи и колючки» принесла. А дальше, когда я уже стала думать про коллекцию Лены, и я еще пересматриваю сейчас сериал «Дарреллы», он меня очень всегда как-то вдохновляет, утешает, я не знаю, мне так не хватает сейчас этой зелени, моря. И вот у меня пошла какая-то вот такая история. Я назвала ее «Плеск воды и шорох травы». Вот, такие красивые штуки всякие. Она здесь частично ЧБ. Но вот эти, кстати, я не сделала, не успела. Не успела. Не знаю, сделаю. Может быть, будет продолжение. В принципе, очень красивая вся эта история. Получается, какие-то прозрачности, какие-то затемнения, какая-то натуральность, какой-то шорох, шепот, шелестение. Ну, в общем, покажу, что получилось, потому что все-таки эскиз эскизом, а когда я делаю это, я делаю. Тын-дын. Ну, это уже излюбленная модель, но здесь все чуть по-другому. Во-первых, я еще не делала с золотыми. А у меня появились вот такие классные золотые, вот этот стеклярус, причем какой-то очень-очень длинный местами. И поэтому, наверное, я и нацепила рубашку белую, чтобы это все было хорошо видно. Но это, кстати, самая, по-моему, яркая, да, самая яркая. Практически самая яркая пара. Они не супер пышные, зато длинные, колючие и золотистые. Вот такие. Весна, не весна. Нет, еще весной, конечно, нет. Далеко до весны. Так. Ну что? Даже не знаю. Ну ладно. Как-то вот так я сделаю. Так, две сразу разные уловила. Вот такие. Смотрите, с веточкой. Ой, надеюсь, машина за окном проезжающая не сильно будет слышно. Если я закрою окно, я тут буду задыхаться. Я не хочу. Хочу дышать. Там видно очень много луж. Все поехали. Ну, веточки, сами понимаете. Я люблю, когда, смотрите, вот это вот есть такое повторение. Ну, и бирюзинка вот эта маленькая, она всегда мне как-то к лицу. Хорошо. Да. Я поняла, что рубашка была выбрана не случайно. Вот эти, которые там были нарисованы, я в итоге чуть по-другому их сделала, потому что в варианте, который, например, я нарисовала, они очень тяжеловесные получаются. То есть ты себе можешь там что-то придумывать. Это к вопросу, кстати, о придумках вообще. Вот когда мне там говорят, сделай на заказ, вот я тут такое придумала. А когда доходит... Причем я-то свои материалы знаю, то есть я рисую конкретные материалы, да, когда рисую эскиз. Вот, но даже я, знаю их, иногда прокалываюсь. То есть я нарисовала, оно так получается как-то очень тяжело. Именно, ну, не тяжело по весу, вес, ха, мы его не боимся, а именно тяжело по виду. Ну вот, а так легко и очень красиво. Здесь вот смотрите, как здорово. Все такое. Дальше. Та-дам! Класс! Просто кайф! Ой, как мне хорошо! Слушайте, конечно, белый... Я не знаю, может быть, в определенном возрасте начинает освежать. Я всегда избегала белого, но здесь у меня к лицу вот этот принт. В общем, эта рубашка меня как-то всегда
освежает. Вот это классно, конечно. За счет длины, конечно, конечно, оно не супер легкое, но в целом легкое. У них есть подруга, и не одна. Та-дам! Моя любимая форма грозди. Как я их люблю. Кстати, себе я ни одной не сделала. Я себе хотела из ракушек делать, или ракушек. Я помню ту, она тяжелая была. Тогда я еще с этими замками, у меня не было еще этих замков. Это, ну, давно было. И у меня купили, я хотела себе такую сделать, так и не сделала. Но надо сделать. Так, кстати, вот про повторы. Вот это, наверное, я не смогу повторить. У меня треугольников этих, по-моему, больше нету. Вот этих тоже у меня бабошечек нету. Но наверняка я найду, что как бы заменить. Наверное. О, боже, как же классно. В общем, грозди – это я обожаю. Класс. Есть еще одни. Та-дам, та-дам. Попроще, но идея та же. Какой-то здесь где-то Японии, что ли, немножко отдает. Но не вот не в двух парах, которые я показывала после золотых, а вот в этих, в прозрачных. Тоже классно. Ну и опять же здесь этот мятный. Этот прекрасный мятный. Так, покажу поближе. Здесь вот чудесный этот шарик. Да. Вроде просто, но совсем не просто. Их, кстати, я тоже предполагала по-другому сделать. То есть, когда дело доходит до дела, все может измениться. Это нормально. Так. Ну что, я не знаю. А, ну вот эти давайте сначала. А там дальше уже будет... одна блестинка-золотинка и потом тяжелая артиллерия. Тяжелая в прямом смысле. Класс. Сочетание темно-зеленого и вот этого золотистого. И вот они супер легкие. Если вы ищете прям что-то супер легкое, чтобы вы про них забыли, это они. Вот это все ничего не весит. Хотя... Ну как классно. Какой молодец. Сам себя не похвалишь, как известно. Так, значит, блестинки-золотинки. Здесь куча цепочек всяких, таких, таких, таких. И очень красивые вот эти кристаллы. Это типа Сваровски. Они стеклянные именно, поэтому блеск просто фантастический. Ну и вообще. Тоже, кстати, не тяжелые. Такие они по весу средние. Не скажу, что прям вот, но это же просто красота какая-то. Я постараюсь видео сегодня выложить во всех ресурсах. Вот. Но не обещаю, что все еще будет, потому что Лена Супрун, я думаю, что-то заберет. Та-дам! Осталось всего три пары таких. Так, у меня тут звонок. Я надеюсь, звонок не прервет видео. Я боюсь даже трогать его. У меня же идет запись, правда? Вот, смотрите. Это уже тяжело, потому что это кристаллы, это тяжеловато. И... Ну, что поделать? Что поделать? Но зато это очень красиво. Так, сейчас будет самая тяжелая пара. Уж не знаю, девочки, когда я делаю такие штуки, я думаю, ну, наверное, никто не потянет. Ну, кто-то находится. Но уж очень хотелось сделать. Здесь и янтарь, и стекло. Но вот они прям... Прям надеваешь и понимаешь, что да,
роскошь она весит. Это такая какая-то... Здесь янтарь, он ничего не весит. Стекло, янтарь. Здесь камень, типа агата что-то, стекло. И это... Ну, это весит. Ну, посмотрите, как это красиво. И с этой моей рубашкой, мама дорогая. Ну, и, как я сказала, коллекция не супер обширная, 12 пар. И бонусом я должна еще рыб показать. Да, вот этих вот цветных. Я, правда, их чуть переделала, потому что их уже забрали. Сейчас покажу. Давайте последнюю пару. Она самая убойная, но не самая тяжелая. Она самая объемная, самая, наверное, экстравагантная и смелая. Господи, как же серо за окном. А самая экстравагантная и смелая, вот она. Ну, вы поняли. То есть это надел и всех убил. Своей красотой и смелостью. И рыбы. Надо достать рыбы. На самом деле, не только рыбы. Еще есть одна пара, которую никто не видел, что я ее сделала. Сделала и спрятала. На самом деле, меня попросили к мастер-классу сделать какие-то повторы вот из той коллекции. Но я что успела. Потому что что-то заказов сейчас много. Ну, наверное, вы все помните вот эти сердечки. Я помню, что золотистые всем очень понравились. Здесь зелененьким камушком. Вот. И вот эти цветные рыбы. Если кому-то надо будет, то... Значит, в оригинальной версии были они вот так. И мне, честно говоря, вот такой длины они больше нравятся. Но некоторым надо подлиннее. Так. Ну, очень красиво. Может быть, мне надо как раз сделать себе таких рыб. Именно цветных. Я никаких рыб себе еще не сделала. Все мечтаю. Вообще, сначала мечтала о прозрачных. Теперь даже не знаю, каких мечтать. Вот. В общем, не знаю. Скажите, как вам лучше. Как вам больше нравится. Вот это, мне кажется, все-таки здесь лишнее. Ну да ладно. Рыбы уплывают. Сердца свободны. Что-то из этого сейчас приберет в новую коллекцию Супрун. И, наверное, я надеюсь. И вот. Я на связи. Пишите, и я всегда тут. Заказы, кто ждет, делаю. Все делаю. У меня списочек. Я иду по списочку. Вот. Всем пока. Хорошего дня.